Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать свою новиночку, которую я приобрела в магазине, правда, по полной цене, но в каком она состоянии, сейчас все вы увидите. Расскажу и покажу, что буду с ней делать. Цветочек отцветает, но это вот, смотрите, прекраснейший бихлип. Видите? Какая красота! Он, конечно, уже и цвет потерял, и форму, но он мне сильно понравился. Представьте, он будет насыщенно такой темный, пятнышки и такой биглипчик красивенький. Это крупный стандарт, цветочек нормального размера, не миди, не мини, вот видите, миди. А это вот дикий кот, это нормальный размер цветочка. И здесь так же самое. Когда вы приносите свою орхидею из магазина, ее желательно сразу поместить на карантин, так как на ней могут быть вредители, червец, трипсы и некоторые другие заболевания могут быть. И поэтому нужно ставить на карантин. Я свою тоже поставлю на карантин, но сначала посмотрю, у нее что хорошо. Растущий листочек тоже шикарно. Корни. Корни есть, но они очень сильно пересохшие. И нужно восстанавливать систему. Вот как он назывался. Просто супер, без названия. Но здесь на горшочке еще есть вот какое-то название. Я еще не читала. По-моему, это не название. Ну ладно, не об этом дело. И первым делом, что мы сделаем, нужно отпоить это растение и срезать цветонос. Для того, чтобы срезать цветонос, нужно взять секатор или ножницы и обработать спиртом. Я уже обработала. Теперь подходим к нашей орхидейке. Снимаем с нее крепление. Ну, если оставить этот цветонос, он будет тянуть силы и никакого толку. Смотрите, здесь цветочка не будет, здесь цветочка не будет. Смотрите, кверху цветочков нет, растущих почек тоже нет. Значит, можно спокойно обрезать над первой почкой, которая живая. Вот она. Следующая уже не живая. Берем секатор, на палец вот так ставим палец от почки и обрезаем цветонос. Все. Теперь нужно взять перекись водорода. Она может быть такая, может быть с распылителем. Вот видите, 3% перекись водорода. И вот этот кончик обработать перекисью водорода. Чтобы он немножко пошипел. Вот. Получилось. Видите? Теперь мы будем отпаивать наше растение. Чтобы отпоить растение, нам нужно еще кашпо. Вот, кашпо. Отстоянная водичка. Ну, примерно вот так нальем. И в водичку обязательно нужно добавить какой-то стимулятор роста. Вот у меня NV101, натуральный виталайзер. Я добавляю одну капельку. Этого хватит для того, чтобы наше растение насытилось витаминами, напилось и пришло в себя. Теперь помещаю горшок вместе с растением на минут 20. И посмотрите, что происходит. Корни зеленеют буквально на глазах. Затем мы вымем из горшочка и начнем пересаживать, если это понадобится. Потому что листики вяленькие,
Вот этот листик один живой хороший, из-за этого я купила. А эти листики вяленькие, как тряпочка. Что будет с этой дальше орхидейкой, будем за ней следить. Это беглебчик прекрасный. Я вам буду снимать видео, показывать. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго!